Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами TCL 25G. И сейчас мы вам покажем, как навести будильник на этом телефоне. Есть вообще несколько вариантов, как это сделать. Нет, вариант, как это сделать, есть один. Это делается через приложение «Часы» на нашем телефоне. Но есть несколько вариантов, как мы можем зайти в это приложение. Первый, самый стандартный, то есть мы просто вот так вот лазим и ищем здесь приложение «Часы». Вот тут вот оно у меня находится в утилитах. Второй вариант, как в него зайти, это мы находим виджет со временем. Вот здесь вот он у меня. И нажимаем на него, после чего тоже попадаем в приложение «Часы». И третий вариант, это мы свайпаем вниз. И нажимаем вот здесь вот на время, после чего также попадаем в приложение «Часы», где в верхней части выбираем будильник. И нажав на плюсик, мы создаем новый будильник, выбираем во сколько он прозвенит. К примеру, в 7. Нет, в 7. В 7.15 давайте оставим. Можем включить повторение. К примеру, будильник будет звонить. Давайте каждый день. Также мы можем изменить мелодию, включить или выключить вибросигнал, а также как-либо описать наш будильник и ставим галочку, после чего наш будильник был создан. Нажав на него еще раз, мы можем его удалить. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!